Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO DealJoy. DealJoy в данный момент находится в самом начале своего пути на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование DealJoy с сайта компании. Сразу видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и также white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. С помощью DealJoy можно зарабатывать крипто, делая покупки онлайн. Сразу ниже нам указаны партнеры этого проекта. DealJoy – это глобальная платформа кэшбэк, ориентирована на конфиденциальность, предназначенная для подключение интернет-покупателей, чтобы обеспечить мгновенные криптовалютные кассы. Также мы можем видеть известные бренды и компании, которые поддерживают платформу DealJoy. DealJoy работает между клиентами и онлайн-продавцами путем переговоров и участия в лучших мировых партнерских сделках. Когда участники заходят в онлайн-магазин через платформу DealJoy, они получают комиссионные за свои покупки, практически не предоставляя никакой личной информации. Также нам предоставляется скачать и ознакомиться с white paper, с главными аспектами этого проекта. Также нам предоставлен раздел «Дорожная карта». Мы видим, проект стартовал в 2018 году. Можно видеть четко распланированный график. Развитие проекта идет за планом. Команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Ниже нам предоставлена таблица сравнения между ICO DealJoy и другими платформами. И мы видим, конечно, существенное преимущество DealJoy. Раздел «Продажа токенов». В таблице нам предоставлена основная информация относительно токена. Но мы можем видеть также распределение токенов. Здесь можно сказать, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Что касается распределение средств, то мы видим, что большая часть пойдет на развитие, также на маркетинг, стратегическое партнерство, операции и юридический аспект. Теперь мы можем познакомиться с командой этого проекта. Также можно отметить, что команда хорошая, внушает спокойствие, доверие. Над данным ICO работает очень слаженная команда специалистов, которым, к тому же, помогают очень известные специалисты в области криптовалюты и маркетинга. За этим проектом DealJoy стоит высококвалифицированная команда
с успешным уже опытом в разработке продукта. Ну, если посмотреть на все факты и информацию, то мы понимаем, что у проекта уже имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему все большее число участников. Его активные темпы роста обусловлены многочисленными достоинствами, которые ему присущи даже на самых ранних стадиях развития. На этом обзор нового ICO проекта DLJ закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!